потянуть свои животики к лету, или же еще восстановиться после беременности, рекомендую такое классное упражнение на то, чтобы научиться включать глубокие мышцы живота и делать упражнение правильно. Мы начинаем его с корневого замка. Ставим ноги повыше, на стеночку, так, чтобы угол в колене был совсем-совсем небольшой. То есть чуть-чуть прям их согнули, ни в коем случае не ставим их на 90 градусов. Пяточкой уперлись в стену. Стопа должна быть сокращена на себя, потому что мы будем толкаться немного от стены. Здесь у нас внутренние мышцы тазового дна собраны, так как будто бы мы хотим вот в туалет и не даем себе описаться, грубо говоря. Чувствуем то, что там все подтянули, и отсюда мы начинаем просто подкручивать таз и толкаться пяткой от стены. Такое вот короткое движение. Вы почувствуете, как у вас сокращаются глубокие мышцы низа живота. Должны это почувствовать. Может быть, вы практически ничего не поймете сначала, но со временем вы обязательно начнете их чувствовать, и у вас все получится. Если у вас будет таз лежать дальше от стены, у вас не будет они так классно включаться. Но будут тоже включаться, с опором на стену давала такое упражнение. Чем выше ноги, тем получается больше сокращаться, больше сокращать эту поперечную мышцу живота. Мышцы тоже должны быть расслаблены. Мы не ягодицы закачиваем. Можно ягодицами делать. Но нет, они немного напрягаются, и мы больше толкаемся здесь от стены. Расслабляем вниз. Постоянно удерживаем этот корневой замок. Несколько раз. И вот так вот поутру, собственно. Поутру. Ноги на стеночку. И поехали. Еще несколько полезных упражнений дам в следующих видео.